Всем привет, друзья, с вами Карабаш74, и сегодня мы продолжаем прохождение Mad Max'а. Так, мне написали, что я что-то могу здесь построить, но я не понимаю, что я тут могу построить. Пятихаточка. Проморгал, короче, я уже увидел, то есть надпись очень быстрая была, что-то возможность построить, а что построить, хер его знает. Ну давайте быстренько пробежим, посмотрим, что же все-таки тут можно построить. Может быть, действительно что-то могу построить. Постройте верстак, с помощью которого Макс сможет бесплатно восполнять свой... Ух ты, жажда пороха. Давай-ка, строй. Вот, нам верстак сказали построить. Вы смотрите, мы теперь будем бесплатно получать патроны, когда приезжать будем сюда. Открыть достижение, большая услуга Джиту. При посещении крепости поезд... С боеприпасами у Макса будет автоматически пополняться. Замечательно, просто супер. Сори, телефончик играл сейчас. Красавчик. Замечательно, так, еще сейчас быстренько здесь оглядимся. Одна из четырех, но это да, здесь действительно я не собираю ничего. Так. Здесь все разломано, что-то у нас. Удерживайте, отслеживать на карте. Разведчики не буду. Опять этот упырь что-то хочет нам дать. Gotta farm that. Grows in piss and on corpses. You gotta find sulfur and peat. No. I bring you the prisoner. You get me ammo. That's the deal. Take these! It's all I got. You need more, you get me more sulfur and peat. Сообщение прочитал. Джиту нужно больше селитры и серы. Чтобы наладить производство пороха и начать торговать с брюзером, с брюхорезом, селитру добывают с трупов, а серу с вулканических кратеров. Разыщите источник обоих материалов и пометьте их позицию. Награда. Проект арсенала в крепости Брюхореза. Задание пустоши. Не, нихера он нас напрягает постоянно. То есть у него постоянно какие-то проблемы, и он нас напрягает реально. Замочить бы этого козла. Так, поговаривают в гостауне вождь. Так, прибегнем к нашей карте. Шахты Красногласки. Строительство проектов. Так. Да это меня не интересует. Лагерь с нефтяными насосами. Это тоже меня мало интересует. Я уже взял один лагерь. Так, а это что такое у нас? Топливный перевалочный пункт. Драга. Уничтожь цистерны. Нет, а где задание-то? А во! Цель задания пустоши – найти первый источник селитры и пометить его местонахождение. Походу, нам придется, ребят, покататься в этой серии. Итак, мы приступаем к покатушкам. А вы сказали, что вы хотите смотреть на все это. Значит, мы едем. Айда, запрыгивай! Я тут шипы на нее наляпал. Не помню, показывал я вам это или нет, но я на нее шипы поставил. Шипы поставил, и на колесах теперь есть такие обалденные, так скажем, эти. Да заткнись ты! Погнали! Зловещий прыжок. Ха-ха-ха-ха-ха! Нет, это вообще зачетный прыжок. Машина почти в хлам. Быстренько. Так, у нас есть три патрона. У нас есть 5 этих штучек.
Ну, это мы не зря, кстати, это самое. Чепушило какой-то проехал. Давай, 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 давай. Кстати, у нас с бензином проблема. У нас нет канистры с бензином. Сейчас мы это все сделаем. Поехали. На том шарике воздушном я был, так что никаких проблем там возникнуть не может. Тут я тоже был. Кто орёт? Интересно. Чё за кипиш тут? Здорово, ублюдки! По-моему, их много, карлик! Ты промахнулся, дебил? Поехали. Да вы что, офигели? Сука. Поехали. Нападай! Смелее надо. О, чувак приехал. Комбу надо пробивать постоянно. Чтобы знали, суки. И челюсти ремонтировали свои потом постоянно. Говнюки такие. Так, забираем лом. Лом нам пригодится, потому что нам действительно лом очень нужен. 265, нам надо 3 сотки. Как все, наверное, помнят уже. Что-то я не понял, я вроде тут всех и все херанул. Канистра есть, ребят. Есть канистра, это не может не радовать. Почему он не выходит с той двери, я не знаю. То есть, возможно, какая-то проблема с той дверью. Забираем канистру, ставим ее в багажник. Потому что у нас нету канистры с бензином. Это вообще трагедия, так скажем. Забирай. Отлично. А, еще есть кусок лома. Где он валяется? Какой-то экскаватор у них тут стоит. А где кусок лома-то? Не пойму, что-то я не вижу ничего. Ладно, сбегаем сюда. Но она бестолковая, эта машина. Кстати, там кто-то умер. В этой решетке. А здесь вообще что-то все плохо. Я не понял, а где еще кусок металла? Какие-то кожи, кожи. Карлик, ты видишь кусок металла? Я нет. А, во, ё-моё, тут зайти можно. О, реликвия есть. Замечательно. Ребенок какой-то. Повернем, переведем. Щенок Лары, Сильвер. Такой милый, что прямо съесть его хочется. Кого съесть? Это, видимо, его прошлое. Реликвия прошлого найдена. Поехали отсюда. Так, все, у нас тут все обобрано. Обобрано, какое слово красивое. Обобрано. Давайте я убавлю немножко. Да, думаю, вот так вот нормально будет. А то орет сильно. И я еще пытаюсь переорать наушники свои. О! А, мы так эту дребедень-то не сломали, походу. Теперь мы ее сломали. Нет, кстати, двери-то работают. Замечательно. У нас скоро уровень понизится, и мы сможем еще ствол качнуть. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Тихо. Корабль какой-то стоит. Easy pickings. Хедшот. Ну
Горлана, это я вижу, горлана. Давайте возьмем эту базу, ребят. Блин, не вылазь. Черт, вылез. Давайте возьмем этот лагерь. Он мне понравился. Так, въезд, по-моему, с другой стороны в него. Там есть горлана, значит, есть упыри. А если есть упыри, значит, там вообще все нормально. Нам он, в принципе, пригодится, этот лагерь. Нам сейчас нужен металл и очень много металла, чтобы его добывали. Лома, точнее, лом. Там сидит горлан, а это хреново. Сука, где снайпер? Где снайпер? Вот он. Ой-ой-ой, стоп. Сука, снайпер. Да вылези нахер отсюда. Давай. Убираем снайпера. Где он, сука, сидит? Да подожди, где эта тварь? Вот он, сука. Вот крыса. Защитный рубеж уничтожен. Все, можно заходить. А, надо выстрелить, ворота вырвать. Стой. Охраняй машину. Да кого охранять-то? Нам сначала ворота вырвать. Это прочный трос. Мы вчера прокачали гарпун. Если только эта сука ничего с ним не сделала. Есть. Да, мы дергать можем нормально вообще с ним. А вот по поводу... сдергивание его сразу, допустим, с места, если на Б нажать, ну, я про геймпад говорю, да, то ни хера, короче, он толком-то и не дергается. Иди сюда, эй. Ну, смелей. Айда сюда. Цистерны 6 каких-то. Забаговались? Выносим их по-черному вообще. Сука. Да, я добью. То есть вообще уже не напрягаюсь. Честное слово, уже не напрягаюсь. Уже прокач такой, что мы можем себе позволить вообще уже в борзую войти... в центральные ворота, так сказать, и действительно взять и захватить нахер тут все. Цистерна. А, цистерну надо взрывать. Где я, бензин? Иди сюда. Поджигай. Отлично. Ошметок прилетел в лицо. Достоял. Ой, ну ты даешь. Я думаю, что тут вода есть. Горлан пока не горланит, собственно. А мы продолжаем искать то, что нам нужно. Красивые тут места у них, обрывчик какой-то такой симпотненький прямо. Ага, здесь еще один вход. Так, продолжаем далее. Продолжаем продолжать. Упс. Упсик. Вот сюда. Значок. Замечательно. Так. Здесь у нас никуда. Проход в никуда. Жрачка есть, блин, знал бы. Ну ладно, если что, сюда вернусь. Все запомнили, что здесь консерва стоит. Потом подскажешь мне. Опа, какая-то деталь есть. Разведчики. Эту деталь можно использовать для постройки проекта разведчики, в крепости, которую правит Джит. Я так... Деталь для проектов. Одна из одной, но это понятно. Я так понимаю, мы скоро крепость Джита прокачаем вообще до талого. Ух ты. Тихо, Максик. Нырять не надо. Я не пойму, там нырял кто-то, что ли, сверху-то?
Потихонечку выйдем. О. Так. Забираем канистрочку. Взрываем бочечку. Кстати, вода стоит. Отлично. Стоит вода, давайте немножко воды наберем, на всякий случай. Случаи-то всякие бывают. А, ее, кстати, здесь и так себе. Чуток. Ну, как раз до полной, нормально. Отжим плюс 20% воды, это хорошо. Надо, кстати, отжим мне будет прокачать. Гриффи поедем в этот раз и прокачаем отжим. И еще качнем на одну, эту... Ну, ту самую, короче. На одну финтифлюшку прокачаем. Да, блин, залазь давай. Там, походу, сейчас... О-хо-хо! Здорово, пупыри! Блин, тут кипиш подняли. Оу, нихера себе! Сука, они сильнее стали. Все, пошла жара. Он выносить начал. Ау! Так вот. Выноси его, Максик. Блин, не успел. Все. Ага, еще ему. Ах ты упырик. Че, потрубил в барабанчик? Паскуда. Действительно же паскуда. Снимаем этого горланчика, он не нужен. Он пытается с нами поговорить, но он нам не нужен. Мы не больно-то любим разговаривать с такими ушлепками. Почему патроны не добавились? А, винтовочные патроны добавили. Да, я, кстати, почитал ваши комментарии. Там написано, что якобы... что надо... Патроны вот эти вот винтовочные, они берутся именно для этого. Для винтовки снайперской. Так, нам нужна канистра. Придется залазить. Надо сразу и штуки 3 скинуть туда. Я так понимаю, это не единственная канистра? Да, это единственная канистра. Так, взрываем, поджигаем. Савчик. Так, так. Так, тут у нас что? Да ё-моё. Да вот туда, в ту щель-то. Эх, в ту щель не хочет. А что, как туда залезть? А зачем туда залазить? А туда залазить не надо, там все равно ничего нету. Бестолковая, короче, их... Лом, нормально, пятихаточку лома подкинули мне. Так, забираем детали. Окей. Ах ты гадина, а. Ты смотри, куда затолкали-то. Давай. Замечательно. Хрен с ним называется. Пусть будет потрачено, но... Это к лучшему всегда. Ух ты, сколько здесь всякой херни. Отлично. Еще одна эмблема. Все, эмблемы собрали. Собираем металл, остатки. 4 из 11. Что это такое тут? Какой-то контейнер прям. А, то есть ломик не был прокачанный.
Фомка не была бы прокачана, короче, мы бы просто тупо не смогли взять его. Так, тут столько бензина, что ужас. А зачем здесь столько бензина, если не секрет? Лампочка, я думал, кнопка какая-то, что ли? Чувака разрезали, вы смотрите, что на столе творится. Зачем разрезали чувака? Вообще не ясно, зачем его разделали. Так. Поехали вниз. Внизу, я думаю, будет еще веселее сейчас. Тишина вообще, смотри, что. Прям аж не верится. Что это за куски? Понятно. Когда непонятно, это очень плохо. Лишь бы какой-нибудь биг босса не было. Чтобы главного... Цистерна. Лишь бы какого-нибудь главного босса не было. Как она встала, а? Ты заметил, как она четко встала? О, захватили. Сейчас только надо металлолом весь насобирать. Перевалочный пункт Сита. Уничтожить цистерны. Лагерь заняли ваши союзники. Они будут регулярно поставлять вам партии лома. Замечательно. Да, нам сейчас надо собрать 6. Это нам 5 штучек еще надо собрать. Я, правда, не знаю, где эти 5 штучек взять. Да, вот смотрите, у нас 3,5, да, пока. Но это херня. Сейчас быстренько все это исправим. Исправим, все поправим. Так, я не понимаю, где еще лома взять. Тут-то ни хера больше ничего нету. Там лома тоже нет. Откуда его тут взять-то? Если его тут больше нигде нету. Максик, давай цепляйся. Да куда ж ты? Я ж тебе вот сюда говорю, цепляйся-то. Отлично. Так. А где лом-то весь? Куда весь лом дели, суки? Туда, в ту щель, нельзя проехать. Да там и нечего делать. А, может быть, и есть. Ух ты, вот туда залезть еще можно. Каким образом? Лесенка, ёпты. Старый, слепой стал. Старый, ужас. Опа, кусок лома. Замечательно. Фонарь как болтается. Шторм, походу, скоро начнется, ребят. Вчера мы покатались на шторме. В предыдущих сериях, точнее. Во время шторма покатались. И это не есть хорошо. Во время шторма здесь развлекаться. Так скажем. Нет, все бы было хорошо, если бы не было так плохо. Я не понимаю, а что, где остальные куски металла? Я где-то еще что-то забыл, что ли? Карлуша, иди сюда, искать вместе металл будем. Ладно, побежали назад. Где-то сзади мы его оставили. А, я думал, двери восстановили. Так, тут у нас залазить некуда. Некуда. Там я уже был. Здесь я тоже везде уже побывал. А, консерва. Здесь где-то есть консерва же. Вот она. Я помню, я все помню. Вот смотрите, целую серию у нас занимает взятие одного этого сраного замка. Ну, замка, грубо говоря, да? Я не вижу никаких кусков металла. А нам их еще 3, по-моему, надо. Здесь у нас вода, которая нам тоже, в принципе, не нужна. А съезжать, уезжать отсюда никуда нельзя. Поехали дальше. Я думаю, что скоро вам просто надоест он, и, естественно, вы начнете писать комментарии, типа, «Женек, ну на кой болт ты его проходишь? Ты уже надоел нам с ним». Тут ничего нет, побежали далее. Где же эти суки затырили весь металл-то? Тут уже наши шкрябают.
Нету. Два куска металла. Куда дели-то? Три. Лома. У них тут генератор. У них тут вообще все как полагается. Все вообще четко, зачетно у них тут. Может быть, где-то на стороне. Вот патроны. Патроны, патроны. Подбирай патроны-то. Заточка. Нормально. Патроны, заточка. Вот они. Нихера себе, вот это спрятали, а? На самом, сука, выходе. Вот наглецы, ну как так посмели-то, а? О, патроны еще есть. Винтовочные патроны, еще два. Так у меня там уже, наверное, штук их 20-30, наверное. Я же не пользуюсь практически винтовочкой-то. Так, все, побежали. Бензин у нас есть, все есть. А в принципе, можно даже заправиться. Блин, вот целую серию действительно вот здесь все это делали. Быстрее, 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 быстрее. Мы быстренько заправляем сейчас точилу. Удерживайте, взять канистру, удерживайте снайперскую. Заправить. Заправляем, выбрасываем канистру остатки. Вот. У нас солярка как таковая вообще не тратится практически. Поехали. Едем дальше по нашему заданию. Крепость взяли, это замечательно. Да-да-да, вот этот, сука, трамплин этот. Совести у него нету. Я, похоже, когда их захватываю, идет из них черный дым. А когда они не захвачены, из них валит белый дым. Вон он, белый дым. Мне кажется, как-то так. Поехали. Да, теперь у нас какие-то карандаши есть. Сломать надо. Понижать надо уровень нашей угрозы. Уровень нашей опасности, так скажем. Есть. Ну, естественно, епта. Кто бы сомневался. Иди сюда. Вот и все. Приехал ты, дружище. Быстро ремонтируй. А, он заряжает. Вот смотри, какая бронированная машина. В принципе, ее можно было бы забрать. Но возвращаться я уже не буду, это 100%. У нас тут остается 2-3 минутки. То есть я лучше поеду вперед. И мы постараемся сейчас доехать. Если нам, конечно же, по пути не попадется какая-нибудь финтифлюшка. Машина у нас уже тоже качается потихоньку. То есть скоро мы будем ездить, скорее всего, на том КамАЗе, на котором... В начальном ролике, в самом начале игры. То есть ездил этот упыреныш. Приехал, которому мы башку просверлили пилой. Пропилили, точнее. Вот, я думаю, скоро мы будем гонять именно на той точиле. А тем временем мы прём. Святой, куда мы теперь? На месте, где были бои. Сломаем сразу. Сразу же выносим этот факел. Ух ты, сука, а с какой стороны к тебе подъехать? Да ты чё, упырище? Карлик, готовь винтовку, походу. Походу, мы сейчас загоримся. Блин.
Да сука, а. Давай, запрыгивай. Красавчик. Почему, когда я сажусь в эту машинку, у нее нету нитро? Машинка взорвется скоро. Хе-хе-хе, лох, промазал. Иди сюда. А-ха-ха-ха-ха. Тоже люлей получил. Ну ладно. Давайте мы на ней разгонимся и врежемся. А, вот там еще один бегает. Вражеская машина. Какая нахер машина? Все, она взорвется сейчас. А что, лом-то есть? Да, есть лом. Так, карлик у нас там отремонтировал, походу, точилу. Быстренько-быстренько забираем лом. Забираем лом, радиатор валяется, его тоже забираем. Побежали. 509 уже, нормально вообще. Нормально получилось. Сука, машина не развалилась еще. Че ты не разваливаешься? Так, ладно. Нормально. Чуть не сдохли, но нормально. Да не хромай, давай быстрее. Где детальки-то? А, с ней деталек и нету вовсе. Пей давай. Так, давайте мы на этом остановимся. В следующей серии мы, естественно, заломаем вот этот флаг, который наверху горит. И продолжаем наше путешествие. Нам надо ехать к той точке. То есть едем по сюжету, ребят. С вами был Карабаш74. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, на паблик. На Твиттер, на все, в общем, подписывайтесь. Не забывайте, ребят, ставить лайки. Всем удачи, всем пока.